На днях состоялось заседание Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов подвел итоги голосования, а также определил цели и задачи партийного актива и назвал лидеров среди местных отделений и руководителей фракции. Дмитровское отделение уверенно вошло в число лучших 15 отделений Московской области. Мы ставили задачу в ходе кампании провести как можно больше встреч на территориях, встретиться с людьми, обратиться к ним с просьбой поддержать партию на этих выборах и наших кандидатов, провести отчеты о проделанной работе в текущий период, отчитаться перед жителями своих округов, ну и вести работу по сбору указов к партийной программе. Это было первое заседание Президиума после главного политического события 2021 года – выборов депутатов Московской областной думы и Государственной думы. И, как отметил Игорь Брынцалов, партия показала достойный результат – 36 мандатов досталось единороссам в региональном ЗАГС-собрании и 16 мандатов в Госдуме. Выборы закончились, и теперь началась работа по исполнению партийной программы и наказов, которые единороссы собрали за время предвыборной кампании. Для систематизации исполнения наказов на Президиуме решили создать программные комиссии по 9 направлениям с включением в состав комиссии депутатов Госдумы, Мособлдумы, представителей министерств, экспертов по каждому направлению. Сразу после заседания Президиума регионального политического совета партии состоялось заседание местного политсовета Дмитровского отделения «Единой России», на котором обсудили прием в партийные ряды новых членов и выдали членские билеты уже действующим единороссам. Также участники политсовета Дмитровского отделения партии «Единая Россия» обсудили планируемые администрации муниципалитета работы по благоустройству центральной части Дмитрова. Начальник управления культуры Ирина Костышина подробно рассказала о проекте и ответила на вопросы однопартийцев. Члены политсовета поддержали планы администрации Дмитровского округа по благоустройству центра Дмитрова.